9 май улу жеңиш күнүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. В парке Победы имени Даира Асанова прошло мероприятие, приуроченное ко Дню Победы. Горожане и гости столицы пришли посмотреть на концерт, устроенный руководством Октябрьского района, а также попробовать традиционную полевую кашу и поздравить ветеранов, посетивших этот праздник. Полевая каша уже давно является одним из главных атрибутов празднования Дня Победы. Сегодня в парке Победы имени Даира Асанова также не обошлось и без нее. Каждый желающий могут подойти и попробовать тот самый вкус военного времени. Полина Шульга является тружеником тыла. Вся ее семья принимала участие в боевых действиях Великой Отечественной войны. Ее отца призвали на войну, когда она была еще подростком. Затем, выйдя замуж, она проводила на фронт своего мужа. Сама же Полина Шульга все эти годы проработала в тылу в сельском хозяйстве. Нужно было убирать хлопок. Все было только вручную. Вот через плечо фартух и собираешь. Колени, ноги все выше коленей мокрые. И вот эти острые концы коробочек рвут чулки и под чулками кожу. Всегда приходишь домой, прилипшие чулки мокрые и с кровоподтеками. А потом начинаются там пузырьки этих самых нарывчиков. И до сих пор у меня есть следы вот от этих нарывчиков. В парке Победы царила праздничная атмосфера. Несмотря на отмену пешего марша «Бессмертный полк», люди вышли с фотографиями родных и близких, воевавших на фронте. Гордо несли плакаты, пели песни и восклицали трехкратное «Ура!». С поздравительной речью также выступил аким Октябрьского района. Он отметил, что в Бишкеке проживает 9 ветеранов Великой Отечественной войны, 8 из которых в вышеупомянутом районе. У нас проживает 8 ветеранов войны. Мы ежегодно, каждый год мы оказываем внимание, оказываем помощь. В этом году не исключение. Всех поздравили. Поздравления передали от имени главы государства, имени мэрии и от районной администрации. В этом году отмечается 79-я годовщина победы над фашистской армией. Стоит отметить, что на сегодняшний день в Кыргызстане осталось 39 ветеранов Великой Отечественной войны. Среди них 3 инвалида и 18 участников войны, 8 бывших узников концлагерей и 10 блокадников Ленинграда. Малик Аюпов, Ильдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.